Всем привет! Хотите на все желания находить деньги? Думаете, так не бывает? А я вам докажу, что так можно! Как? Нужно просто правильно экономить и тратить сбережения с умом. Смотрите топ-скидок на ЛРТ, и вы всегда будете в курсе, где можно получить нужные услуги или товары по выгодной цене. Я расскажу, какие акции стали самыми интересными на этой неделе. И таких у нас сегодня 5. Есть из чего выбрать. За ваше внимание поборется интернет-провайдер NewLime с акцией «Приведи друга», школа ментальной арифметики «Сарабан» и скидка 10% на обучение, комплексный автоцентр «СПА-Авто» с бонусами при заказе полировки кузова, магазин верхней одежды и обуви «Геокс» в торговом центре «Выходной» и центр косметологии Юлии Вороновой с акцией на карбоновый пилинг. Пятое место в рейтинге выгоды отдаю школе ментальной арифметики «Сарабан». Я уверена, что не ошибусь, если скажу, что все родители хотят, чтобы их дети были умными, сообразительными, а главное – мыслящими. Говорят, что всего этого они могут достичь, изучая ментальную арифметику, которая пришла к нам из Японии. Что это такое? Давайте разбираться в школе ментальной арифметики «Сарабан». В школе «Сарабан» действует акция «Приведи друга и получи скидку 10%». Кстати, бонусы есть и на второго и третьего ребенка из семьи. В школе ментальной арифметики обучают устному счету. Начинают со специальных японских счетов. Затем переходят к решению примеров в уме, то есть ментально. Это тренирует концентрацию, воображение, память и логическое мышление. У нас, потому что дети либо гуманитарии, либо, да, технический склад ума, у них дети равносторонние. Они у нас задействуются в процессе счета оба полушария, оба развиваются. Японские дети обучаются ментальной арифметике с 5 лет. Мне уже далеко не 5, поэтому приступаю к занятиям незамедлительно. Чтобы нам сделать действие плюс 1, мы большим пальцем поднимаем одну косточку вверх. Да. Чтобы сделать минус 1, указательным опускаем ее обратно. Это самое, с этого момента мы уже можем начать считать. Плюс 1. Плюс 1. 2. 2. Я вижу его на ваших пальчиках. Дедушка, и я себе аплодирую. Да, скромный успех. Зато опытные детишки считают быстро, оперируют трехзначными числами, и все это в уме. Чтобы и ваши дети могли также, приводить их на занятия по адресу Люберцы, проспект Гагарина, дом 8/7. Дети наши все, наши путевки вечность, и в них нужно вкладывать время, внимание и деньги. Поэтому смело можно отводить ребенка в Сарабан. Но все же ментальная арифметика еще только становится популярной. Думаю, у школы Сарабан еще все впереди, поэтому ждем больших скидок. Более выгодной мне показалась акция «Приведи друга» от интернет-провайдера NewLime. Если вы уже являетесь абонентом NewLime или только планируете подключиться, для вас есть возможность использовать по полной своей коммуникабельности и дружелюбие. Подключите своего друга и получите 500 рублей на свой лицевой счет. Для того, чтобы воспользоваться предложением, нужен специальный купон. Найти его можно на сайте NewLime. Далее вы его распечатываете, заполняете все поля и передаете другу, который только планирует подключиться к провайдеру. Потом друг при оформлении договора отдает купон менеджеру или монтажникам, а на ваш лицевой счет приходит 500 рублей, а это 2 месяца доступа к интернету. Оставить заявку на подключение можно по телефону 498-659-89-98. NewLime «Приведи друга» — 4 место. А бронза достается комплексному автоцентру «СПА-Авто». При заказе полировки кузова фары покрывают защитной пленкой в подарок. Вот и наступили холода, а значит, сезон противоледных реагентов. Они содержат соль и мочевину и портят покрытие кузова автомобиля. Ужас в том, что они легко проникают в малейшие трещинки и царапинки. Спасти лакокрасочное покрытие можно полировкой. В центре «СПА-Авто» ее проводят на профессиональной косметике немецкого производства. Комплексный уход состоит из 3 этапов. И такая забота не помешает ни одному автомобилю в любое время года, а результат держится до 1,5 лет. А еще в «СПА-Авто» есть покрытие кузова жидким стеклом и керамикой, обклейка фар и стекол защитной пленкой, винил и карбон. Найти центр «СПА-Авто» проще простого. Езжайте на Инициативную 16. Уточнить все подробности и записать
записаться на услугу можно по телефону 8 925 928 51 22. Процедуры хорошие и полезные, и для ноября актуальные. Но по мне дороговато. Сама полировка-то немалых денег стоит. Вот добавили бы еще антидождь в качестве бонуса, акция была бы привлекательнее. На втором месте центр косметологии Юлии Вороновой. Доктор предлагает услугу карбонового пилинга за 1500 рублей. Скинули 50%. Ритм жизни большого города порой не щадит наш внешний вид. Проблема уставшей кожи – верный спутник недосыпа и редких прогулок на свежем воздухе. Но не надо отчаиваться. Вам в помощь карбоновый пилинг. Всего за 1500 рублей опытный врач-косметолог проведет процедуру, после которой вы будете выглядеть моложе и свежее. Пилинг устраняет застойные явления в коже, выравнивает цвет лица, отшелушивает омертвевшие клетки и устраняет сальные пробки. Еще один приятный бонус – альгинатная маска за 490 рублей. Она выравнивает цвет лица, увлажняет и подтягивает кожу. Центр косметологии доктора Вороновой находится по адресу город Люберцы, микрорайон Городок Б, улица 3, почтовое отделение 102. А победителем недельного рейтинга стал магазин верхней одежды и обуви «Гиокс». Сейчас расскажу поподробнее. Морозы все ближе, поэтому нужно обновить гардероб верхней одежды. Я, кстати, слышала, что зима в этом году будет достаточно суровой, поэтому идем утепляться в итальянский магазин верхней одежды и обуви «Гиокс». Он в торговом центре «Выходной». Вообще, конечно, цены на теплые, по-настоящему качественные куртки и пуховики кусаются, но все же мы их не на один сезон покупаем. Тем более в магазине «Гиокс» действует скидка 30% на новую коллекцию. Акция не бесконечная, поторопитесь. Бренд «Гиокс» гордится водонепроницаемыми и дышащими свойствами материалов и одежды, и обуви, а это супер важно для детей. Да и немаловажно для взрослых, которые не хотят всю зиму просидеть на больничном. 50%. Вот такие скидки мы любим, а есть и до 60%. Акция распространяется на прошлогоднюю коллекцию. Но разве это имеет хоть какое-то значение, когда вот эта куртка на натуральном пуху, а для аллергиков и вегетарианцев есть куртки на синтепоне? Да, поторопилась я с покупкой пуховика в другом месте. Если б знала. Но вы-то теперь знаете, поэтому хватайте мужей, детей и вперед в торговый центр «Выходной» утепляться. Распродажа – отличная возможность купить качественную куртку и ботинки по привлекательной цене, а для нашего климата это вообще подарок. Ну что ж, самыми выгодными на этой неделе стали следующие акции. Пятое место – скидка 10% на обучение в школе ментальной арифметики «Сарабан». Четвертое место – акция «Приведи друга» от New Lime. Бронза – комплексный автоцентр «СПА-Авто» с бонусами при заказе полировки кузова. Второе место – скидка 50% на карбоновый пилинг от центра косметологии доктора Вороновой. И первое место – магазин «Гиокс» в торговом центре «Выходной». О самых выгодных предложениях я вам рассказала. Хотите еще? Следите за нашим рейтингом и знайте, покупать со скидкой – признак не бедности, а бережливости. Это была программа «Топ скидок» на ЛРТ. Смотрите нас в эфире телеканала и на сайте lrt.tv. Я, Александра Томей, желаю вам выгодных покупок.